трапа на буровую не поднимешься. Для этого здесь используется вот такое устройство, так называемый прок, лягушка, который поднимается с помощью крана. Вот сейчас и отправимся на платформу. Можно? Ребят, наденьте очки, пожалуйста. Давай, поехали. Сначала представьтесь, пожалуйста. Ну, ладно, Максим. Запасы нефти на российском шельфе Черного моря оцениваются... Металл, картон, пластик, стекло, раздельный сбор мусора, одно из требований...